Карагандинцы массово отметили День единства народов Казахстана. В шествии приняли участие более 11 тысяч граждан. В парадных колоннах по центральному проспекту Бухаржирау прошли представители этнокультурных объединений, трудовых коллективов, общественности, молодежь и спортсмены. На гуляниях побывали наши корреспонденты. На улицах города столпотворение. От здания Metal Steel к площади Независимости прошли более 10 колонн. В шествии приняли участие руководство города и области, работники бюджетных организаций, студенты и представители этнокультурных центров. Дорогие казахстанцы, поздравляю вас с нашим праздником единства. Желаю мирного неба над головой, дружбы. У нас очень многонациональная страна. Единство, дружбы, здоровья. Нашему Казахстану желаю только процветания, добра, чтобы всегда было все хорошо, и наш Казахстан оставался всегда таким же светлым и добрым. И мы поздравляем всех карагандинцев с 1 мая. Мы желаем здоровья всем и процветания нашей стране и всем людям. С 1 мая горожан поздравил глава региона Бауыржан Абдишев. Уважаемые карагандинцы, дорогие земляки, гости города, искренне от всей души разрешите поздравить вас с праздником народа Казахстана. Этот замечательный и знаковый для всех казахстанцев праздник олицетворяет наше единение, дружбу и братство. Аким области вручил награды Ассамблеи народа Казахстана за значительный вклад в укрепление национального единства, развитие межкультурного диалога и казахстанского патриотизма. Нагрудных знаков были удостоены представители областной ассамблеи, общественного фонда и ветераны труда. На главной площади города перед карагандинцами выступили знаменитые казахстанские исполнители Беркут и Дильназ Ахмадиева. После шествия глава региона посетил выставки этнокультурных объединений, беседовал с их представителями. В это же время концертные программы прошли и в домах культуры, молодежной, железнодорожников и нового Майкудука. Нарангуль Салкимбаева, Кайрат Рашид, Марат Култенов, Первый Карагандинский.